Всех приветствую, вы на канале Bodybuilding Crush. Сегодня у нас отзыв о коллагене от американской компании Sun. Вот так вот он у нас выглядит. Допили вторую банку, две банки. Я его взял, позже расскажу почему. Вот так вот выглядит сам порошок. Вот такой вот у нас коллаген. Мерную ложку мы замеряли. Производитель указывает, что в мерной ложке 6 грамм. На самом деле оказалось, что в мерной ложке 10 грамм. Собственно говоря, не парились и пили по 10 грамм ежедневно. Сразу после пробуждения на пустой желудок. Смешивали, как рекомендует производитель. После этого где-то давали полчаса ему на усвоение. И через полчаса либо был завтрак, либо принимали протеин. Значит, итак, здесь у нас первый и третий тип. Первый тип считается, что он для всего и для кожи, суставов, связок и так далее. Третий тип больше подходит для улучшения состояния кожи. Второй же тип для суставов, связок. Здесь первый и третий, то есть упор на улучшение состояния кожи. Итак, плюс его в том, что это гидролизованный коллаген. Значит, источник коллагена здесь у нас... говяжий коллаген, то есть он бывает морской, бывает говяжий. Это именно говяжий коллаген. Вот здесь вот производитель указывает, на обратной стороне указано, что он гидролизованный. Также он указано, что это чистейший, натуральный, не содержит гормонов, не содержит сои и не содержит глютена, и не содержит ГМО. Самый большой плюс, что не содержит глютена, так как, например, взял вот на пробу следующий коллаген, здесь глютен есть. Испанская компания у нас. В американском коллагене глютена нет. Итак, теперь о его результативности. Значит, купил сначала одну банку, начал принимать и буквально через 2 недели увидел результат от коллагена. То есть он был настолько явный, что его было видно. Особенно было видно улучшение кожи, то есть состояние под глазами. Там есть так называемые морщинки, гусиные лапки, которые называют. Так вот, они значительно разгладились. То есть разгладились настолько, что это было прям видно в зеркале. То есть состояние кожи улучшалось с каждым днем, спустя где-то 2 недели. Именно поэтому я взял его потом и еще вторую банку. Поэтому коллаген этот... очень даже рабочий. Даже я не ожидал. Думал, ну, будет какой-то результат, но невидимый, скорее всего. Но прям был видимый результат. Что касается суставов, связок, ну, как бы никакого улучшения я не увидел. Как они там немножечко трещали, скажем так, щелчки были во время тренировок, так они и остались. То есть для суставов, связок ничего такого впечатляющего я не увидел. Но именно для кожи лица это прям было нечто. Поэтому по итогу, по этому коллагену, что могу сказать, я его рекомендую. Более того, на него очень интересная цена, здесь 200 грамм. Покупал я его за 1050 рублей. Вот так вот. Поэтому цена очень отличная для такого коллагена. Результат есть, результат налицо. Поэтому покупайте, продукт рекомендуется. Тем более, что это у нас Made in USA. Вот здесь вот у нас указано. Настоящий американский продукт. По этому продукту все. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Всем пока.